Название старое осталось. Секретную страту с фейерлордом? У меня нет такой страты секретной с фейерлордом. Там какой-то упырь. ГГ2 восклицательный знак и создал карту, так что тебе надо... Да я ГГ3 восклицательных. ГГ3 восклицательных. Это все фанаты. Или фанатки. Фанаты бобра. Так, ладно, все, выхожу. Блин, ну Сокол играл. Я не знаю, сколько он успел наиграть за последние несколько месяцев. Пару раз в неделю вроде стандартно катает ладдер. А я в этих патчах не играл. Ну хотя в патчах что там поменялось. Как с ним здесь играть? Ладно, козел, один барак. Козел, один барак. Козел, один барак, нычка. Т2. Разведка, виверны, не виверны. Панда, алхимик. Окей. Поехали. Нет, custom keys не сработали почему-то. Ладно, играем стандартно. Со стандартными клавишами, тем более. Я вроде их помню. Застройка уже неверная. Так, дальше у нас что? У нас один на лес. Юту-юту. Второй сюда сразу. Да, надо было застраивать, ставить Moonwell где-то здесь, здесь, для того, чтобы от Блейдмастера, от Хараса избавиться. Я не буду агрессивно ставить АОВы, потому что крипинг, ну, опасный, короче. Хотя можно поставить один, по крайней мере. А я через один АОВ играл, через два? Через один и все, да. Один АОВ, экспанд, надо выбрать место после разведки, посмотреть, куда виспов не забыть раскидать. Блин, как много всего нужно делать, это вам не игры комментировать на релаксе. Так, 160 мы ставим Hunter's Hall. А, нужна отдельная папка еще, custom keys bindings, понятно. 120 лесом. 130 лесом. Проверяем эту точку. Никого. 140. 150. 160. Так, поехали. Так, Мануэл же еще нужно поставить. Я буду охранять эти. Где опасность? Блин, все, виспад не задиспелил. Природа не знает усталости. Нет покоя в наших лесах. Давай сюда виспан. Он нарушил наш покой. Пам-пам-пам-пам. Ага, вижу его. Он тоже здесь уже. За Калимдор. Пытается заблочить, хорошо. Соколик старается. Соколик видно, что контролит. Где опасность? Да будет так. Наши воины не знают усталости. Где ушел Виндвок. Готово. Делал грейт ночное видение сразу. Кто нарушил готово. Наш покой? Постройте лунный колодец. Угу. Где опасность? Готово. Нет покоя. Первая хантреска. Да, Блейд у меня на хвосте. Пока типа по плану идет все. Где опасность? Пожалуй, ты прав. Священная роща. О, грант на разведке нормальный. Нет покоя в наших лесах. Где опасность? Пожалуй, ты прав. Угу. Не, он все отлично делает. Приказывай. Богиня. Где опасность? Меня в пути. Природа не знает усталости. Ищем этого гранта. Исследование завершено. Ночное видение есть.
Да будет так. Ставим экспанд. Ну, он знает, что я буду ставить экспанд, естественно. Нет покоя в наших лесах. И гранта не видно уже. Ох, он хитрец. А, вот он. А, хотел избавиться. Где опасность? Во имя духов. Еще одна хантреска. Во имя духов. Ловим грунцера. Сейчас Блейд должен бежать на ко мне на эксп. А, еще же нужно сов делать, блин, для того, чтобы от Блейда избавляться. Естественно. Да. Наши воины вступили в бой. Кто нарушил наш покой? Приказывай. Добивать сейчас будет сам. Естественно. Ну, бас. Я не добил. Где опасность? Хантреска с кривой точкой сбором. Возвращаемся. Делаем грейд на Т2. Надо еще мануэл добавлять. А, он с ботинками еще. Неплохо. Где опасность? Природа не знает усталости. Не доконтроливает он. И, соответственно, не успевает. Мне бы еще... Кто нарушил наш покой? Нет покоя в наших лесах. Грунцера его поймать. Который вполне может где-то бегать. Осталось. Купить ботинки бы еще было бы неплохо. Приказывай. Природа не знает. Да, он кто неправильно прочитал. Где слушаю. Мне кажется, что здесь грант бежит еще один. Наш покой? Нет покоя в наших недостаточно лесах. Золота. Да будет так. Где нужен еще мунвелл. У него СХ сейчас будет выходить. Природа по таймингу, судя по всему. Усталость. Вот гранты. Кто нарушил наш покой? Они раскаются. Плохо. Я поклялась отомстить. Нет покоя в наших не будем лесах. Получать урон лишним. Готово. Мне, конечно, нужно сейчас еще поставить эксп. Вот СХ готовится к выходу. Не знаю даже, как кто быть. Нарушил наш покой? Где опасность? Природа не знает усталости. Надо поставить сову здесь как-нибудь. Наш покой? Мое ожидание. Магаз БД в кривом месте. Нет, у него шаманы. Наш покой? У него шаманы, где нормально. Природа не знает усталости. Кто нарушил наш покой? Воины вступили в бой. То есть можно брать какой-нибудь... панду. Очистим лес от врагов. Кто нарушил наш покой? Естественно, они раскаются в этом. Приказываю. Готов. Нет покоя в наших лесах. Древо выращено, пытаемся взять хрустальный шар. Так, пандарийским. Это назад. Здесь БЛ какая-нибудь. Может, вообще БЛ? Не, давай БВ еще. Очень, конечно, битые у меня. Битое дерево. Есть грейд на арчи. Сначала, потом арчи. Кривые руки у меня. Здесь вызываем... А, это F, а не E. Пардон. Крепимся. Став бы еще взять. Пару веспов здесь сделать. Отлично. Энты потанковали, как вы видите. Еще сюда веспов отправляем. Он крепит цеху сейчас. Венец благородства. Окей. Где опасность? Естественно, нет покоя в наших лесах. Свиток надо брать еще. Ну, он, скорее всего, здесь крепится. Ага, закрепился уже. Со змейками будет меня пушить. Блин, я даже не знаю, как здесь быть. То есть я сейчас делаю такую хрень не очень хорошую против змеи как раз. Мне нужно больше арчей. Маска Соби выпадает, надо отхиляться. Панду желательно бы прокрепить еще.
Добавляем одного талона, добавляем одного Феррика, наверное. Надо было Хантресса еще под... Блин, все, бинды неправильные. Все из рук вон плохо. Давай на лагерь наемников попробуем, наверное. Еще одна дрядка. Сейчас надо выходить из лимита резко. Добавить, возможно, Мунвелл. Вот здесь вот, что мы будем сражаться тут. Разведку я не делаю, хотя... Вообще надо маулера еще брать. Феррик такой. Берем маулера. Угу. Даже не знаю, что тут брать. Я думаю, надо на эксп бежать, потому что он явно эксп делает. Возможно, стоит... Возможно, стоит панду до третьего дотянуть. Это ключевое. Мунвелл там достраивается. Второй свиток бы взять здесь. Панда третья. Ага, он там уже. Блин, не готов я. Инвул бы еще взять. Блин, черт, уже начинается. Я жал. Ну, это плохо, конечно. Панда еще не успела. Ну, вот, козла потеряла все. Саха у нее тоже третий. Вполне можно было здесь... А, не тот хоткей, блин, на флеер еще. Да. Блин, с козлом было бы попроще. ГГ. Блин, реально можно было по это самое. По счету не сильно проиграл. Жалко. Сейчас создам. Да, козла. Козла отдал зря. Зря отдал козла. Так, давайте что-нибудь. Острова Эхо тоже знакомая карта. Поехали. Так, надо сапсами только создать. Мне кажется, у него где-то лимит 56 было. У меня даже больше было. У тебя сколько, 56 где-то было на финалке? 50. Блин, я... Чё ж я так... Тут я тут не криво, не доконтролил. Я жал на него, но не прожал. Игра открыта? Нет, я сейчас создаю, подожди. Окей. У меня было уже 60+. А, как не слышно? Не, я слышно. То, что я стрим делаю. А, ну разберись тогда, не будем пока стартовать дальше. Какая, геймнейм тот же, да? Три восклицательных, да, сейчас будет. Окей, сейчас сначала зайду, потом разберусь, я напишу, куда рейди. Контроль, контроль, вообще никакого контроля. Руки деревянные. Практика нужна. Что у меня было у магазина? Я думаю, сейчас инвульчик купить. 33 голды. Инвульчик не покупаем. Так, в принципе, два свитка, 60 лимита. У меня 60 же было, да? Мне кажется, даже 60 из 70, типа, и там под заказ хороший. То есть гапша была больше даже. Герои такие же 3-3. То есть не так плохо я подошел к этому сражению. Главное, что контроля не было никакого. Ни прикопки, ни энтов, ни козла, ничего. ФУФА не так критичен контроль-то что. ФУФА там через атаку отправил в определенных ситуациях, улыбаешься. Так, Соколику надо место поставить тут.
Панда тащит против орка? Почему бы не тащить? Мишань, какую расу мне взять? Да какую хочешь. Нет, просто, ну, ты сказал, чтобы интриги больше было. Вот, то есть ну, не орка, да? Можешь орком играть, как хочешь. То есть, считай, самостоятельно выбирай. Обидно. Ну, я тогда рандом поставлю. Как хочешь. Окей, давай. Я не могу прожать почему-то начать игру. Видимо, расу надо все-таки выбрать. А, там нет, нам, видимо, рейди надо дождаться. Так, ну что, против рандома, наверное, имеет смысл сыграть стандартного Димку. Стандартного Димку. Или стандартный Варден. А, там клан был другой, понял, все. Давайте Варденочек. Варденочка вроде можно против разных рас играть, кроме эльфов. Давайте попробуем. Так, а как здесь крепится-то вообще? Будем рисковать на лагере наемников или возьмем... Или возьмем зелененькую точку? Я не хочу. Давайте стандартно прокрепимся. И меньше риска на случай какой-то агрессии. Причем я на лагере-то могу неэффективно сражаться. Ну, потому что не помню, как там на ЛС. Провоцировать же надо по-хорошему. Веспов подводить какое-то количество. Поэтому... Так, разведочку сделаем сразу хорошую. Зачем Михаил Соколом играет? Арктонс закинул челлендж, там надо сыграть. Не обязательно победить, 6 тысяч рублей уже на кону. Ну не на кону, а в качестве мотивации. Для меня, конечно, Warcraft. Ну, Варден и другие же тоже бинды. С этими биндами я... Тоже накосячил. Феррика не повесил, просто потому что у меня Е, а там F в оригинале. А ты уже не думаешь, когда играешь, какую кнопку жать. Просто ее жмешь. Так. Не хватает дерева. Ну, кто у нас тут? Не Undead. Это эльф. Эльф. Хуман. Конечно же, Хуман. Не хватает дерева. Давай харасить тогда чё? Как старые добрые. Но посмотрите, как футмен. Футмен вроде вниз идет. Не, вправо. Окей. Построите лунный колодец. Кто нарушил закон? Суд будет быстрым. Д. Угу. Ваше решение. Огласите приговор. Закон это я. Аспалано. Все ясно. Угу. Ваше решение. Закон это я. Не успею, я кажись, к раздаче слонов. Ваш вердикт. Исполняю приговор. Да свершится правосудие. Жду указаний. Укажите ваше решение. Харась, это тоже надо контроль иметь. Жду указаний. И именем закона. Справедливость. Блин, и тролли не работают. Ваше решение. Загоняем архмага, он терпит немножечко. Заходить внутрь не хочется. Мне главное сейчас проконтролировать, чтобы у него базы раньше времени не было. Суд будет быстрым. Во имя правосудия. Жду приказа. Ваш ход. И все. Делаем грейд на второй тир. Закон это я. Асфалано. Всегда со мной. Ваш вердикт. Ваш ход. Слишком просто. Жду указаний. Асфалано. Во имя правосудия. Жду приказа. Ваш вердикт. Укажите мне указаний. Суд будет быстрым. Мой лук всегда со мной. Не проблема. Блин, и хайт тоже на ай. Огласите приговор. Шемида. Ваше решение. Жду приказа. Жду указаний. Ваш ход. Ваше решение. Укажите мне путь. Асфалано. Ваш ход. Ваше решение. Угу. Так, давай-ка нулечек еще один здесь. Так, 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 так. Асфалано. Жду приказа. Жду указаний. Интересно, лавку он делает или нет? Аспалано. Да, делает лавку. Там рабочий просто ему мешает. Да, я зайду, наверное, на этот раз. Хрен с два я зайду. Ваш вердикт. Жду указаний. Укажите мне путь. Слишком просто. Ваш вердикт. Все ясно. Жду приказа. Ни слова больше. Асфалано.
Огласите приговор. Блин, ну что ж такое? Мой лук всегда со мной. Наши воины вступили в бой. Асфалано. Жду приказа. Укажите слишком просто. Ваш вердикт. Надо магазин было снизу сносить. Просто. Хантерс Холл еще здесь. Асфалано. Ваш ход. Он закупается и лечится, уже лечится. Ваш вердикт. Асфалано. Мы свершимся правосудие. Жду указаний. Асфалано. Какой тролль. Жду приказа. Готов. Так, а что там дальше-то делать надо? Ваш ход. Ваше решение. Жду приказа. Ни слова больше. Опять хайт. На Д у меня хайт. Во имя правосудия. Жду приказа. Асфалано. Ваш ход. Придется тыкать вот так вот. Укажите мне путь. Огласите приговор. Ваше решение. Ваш ход. Огласите приговор. Ваш вердикт. Закон это я. Асфалано. Огласите приговор. Приказа. Стреляю. Ваше решение. Ваш ход. Мой лук всегда со мной. Жду приказа. Бью без промаха. Огласите приговор. Жду указаний. Все. Давай, если телепортируемся лучше. Пощады не да, я понимаю, что плохо, но что ж поделать. Асфалано. Ваш ход. Не проблема. Ваше решение. Древо. Жду приказа. Хорошо. Готово. Огласите приговор. Так, ну давай по старинке вообще Димку даже, а не панду. Недостаточно золота. Че лорниц-то не поставить? Магазина еще нет. Классно. Сразу на эксп. Овца тупая мешает. Магазин успею ли сделать до выхода Димы? Кажется, не успеваем мы в такой ситуации. А нет, давай лучше прокрепимся, потому что что-то не уверен, что он будет именно крепить. Может попробовать забрать маркетплейс пока что. Ваш ход. Огласите приговор. Мой лук всегда со мной. Жду указаний. Жду приказа. Я. Мой лук всегда со мной. Приговор. Жду приказа. Укажите мне ваш вердикт. Пам-парам-парам. Жду указаний. Мой лук всегда со мной. Ваше решение. Следование завершено. Ваше решение. Мой лук всегда со мной. Асфалано. Ваш вердикт. Жду приказа. Возмездие. Огласите приговор. Именем закона. Зелень неуязвимости. Так, еще надо виспа одного сделать, по крайней мере. Пойду за стафом, наверное. Мой лук всегда со мной. Укажите мне. Добейте уж тролля этого несчастного. Надо сделать разведку, посмотреть, что у него нычка строится. Димы постараться забрать. Так, а больше не тот. Здесь став берем. Став на Е, оказывается. Недостаточно золота. Ваш вердикт. Асфалано. Кто бы мог подумать, да? Жду приказа. Ваше решение. Ваш вердикт. Мой лук всегда со мной. Тоже выманиваем. Недостаточно золота. Быстрее. Жду приказа. Огласите приговор. Угу. Разведочка делаем на экспан. Ну, скорее всего, экспан будет ставить. Он же стандартный хуман. Вряд ли будет какая-то прям дичь. Он даже не крипит эксп. Что странно, конечно. Невидимые стражи, это очень хорошо. Привет. Огласите приговор. Мой лук всегда со мной. Указание. Во имя правосудия. Ой. Закон это я. Мой лук. Да что-то вообще не контролю. Огласите приговор. Недостаточно мало. Во имя правосудия. Хорошо. Вообще не контролю. Жду указаний. Суд будет быстрым. Все, покажите мне путь. Ладно, давай так. Привет. Асфалано. Щедрятка могла здесь. По славу леса. Что случилось в наших лесах? Двух харчей потерял еще. О чем шумят деревья? Двух харчей. Ваш вердикт. Привет. О чем шумят деревья? Указаний. Что ваше решение? Не использую ходкей, потому что не помню, как стандартные на этом. Так. А, я не делал грейд на Т3. Я в медведи иду. В медведи иду. Вот это тайминг. Блин. Охренеть. Думаю, пора уже сделать. Придется терпеть. Очень долго придется терпеть. Что случилось в наших лесах? Асфалано. По славу леса.
Мой клинок жаждет. Что произошло? Проверяем экспо, не делай так. Гласите приговор. Привет. У нас мало времени. Ну, крепимся потихонечку. Давай еще дрядку тогда, потому что он нас может просто убить. Так, это у нас Б, оболишь, да? Ваше решение. Закон это я. Все ясно. Что произошло? Приказывай. Асфалано. Ваш вердикт. Жду указаний. Да. Давай играть на атаку какой-нибудь. Хрустальный шар. Закон это я. Проверяем еще раз эксп. Экспанды нет. Что случилось? Вообще, надо бы еще Веспа поставить где-нибудь на, в центре, для того, чтобы увидеть, когда он пойдет в атаку. Потому что он, если он не делает эксп, то что тут он делает? Ага, подкрепил он мою часть. Давай еще одного медведя. Довольно... У него же там еще сорочки. Давайте раньше на винт поставим. Кольцо защиты. Он закупает свитки. Да, купил свиток. Но только один. Троллей взял. Хочется крипджекнуть его, но, кажется, мне сейчас... Не с чем его крипджекать, если честно. Можно ТП еще взять. Хрустальный тут особо не нужен. Закреплено, да? Закреплено. Он свой магазин собирает. Возможно, стоит попробовать его поймать на желтой точке. Мне, может, просто сил не хватит, чтобы даже его сзади... Да, он здесь. Шел апгрейд на... Там МК третий уже. Класс. Классно. Клэп какой-то. Ай, красава. Не, сокол молодец. Так, делаем еще феррик этот как-нибудь. Так, так. А как? Я не понял, почему. Ну, вот такие вот, понимаете, грубые ошибки. Просто не доконтролил медведя. Я еще третий уровень не получил Димкой. Жду указаний. Завершено. Уже в пути. Ваше решение. Жду указаний. Хм. Что случилось в наших лесах? Я Веспа одного. А, вот же, где можно третий получить. Что-то я забыл совсем, что зеленую точку стартовую свою не прокрепил. Во имя правосудия. Все ясно. А МШ арба еще нужно. Ваше решение. Жду указаний. Дима третий. Ваш вердикт. Асфалано. Отца. Ваш вердикт. Ваше решение. Желательно бы еще подготовить. Медведь не в группе. Сейчас бы хорошо посражаться, по идее. Мне кажется, что... Если нормально расконтролить... Условия, конечно, так себе. Ага, еще дрядку здесь забыла, видите как. Как у Муна прям. Учимся у лучших. Мне кажется, он желтую точку сейчас свою собирает. Ага. Ну, это ж, конечно... Огласите приговор. Ваше решение. Огласите приговор. Хм. Исследование завершено. Ваше решение. Суд будет... Давайте еще одного медведя. Разведка для слабаков. Но он закрепил эту точку, понятное дело. Клинок жаждет крови. Огласите приговор. Да. Попробую вернуться на свою здесь точку. Сделаем такой апгрейд. Еще надо Мунвелла прогрейдить тоже. Желательно при этом еще Веспа на разведочку. Ну и готовиться выходить из лимита, потому что явно он... Раз базы нет, будем с одной нычки играть. Я бы еще купил... Да, он мою половину прокрепил, молодец. Всю ли? Привет. Неужели всю ли? Да, всю ли. Молодец. Это очень грамотно с его стороны. Ваше решение. Огласите приговор. Ну, кроме вот... Ваш вердикт. Жду указаний. Огласите приговор. Исследование завершено.
Так, два свитка лечения. Сейчас надо выходить будет из лимита, поймать этот момент. Он явно из лимита выходит. Можно потусить на магазине, конечно. Двумя медведями хочу выйти из лимита. Так, если контролить в АМ Шамана, Бёрн через Shift в МК развесить... А, вон он идет. А, у него Нерфайр уже. Т3. Выходим из лимита, надо готовить виспов уже сразу же. Может даже паладина побернить. А, он собирается закупить свиток. Там есть еще один. Да, там есть еще один свиток. В инвизе Маутен Кинг. Блин, вот бы с ним здесь посражаться. Так, по крайней мере, я могу быть готов к битве. Что произошло? А поехали. Жду указаний. Огласите приговор. Жду указаний. Огласите приговор. Нет. Ну класс. Да, ну Дима со свитком опять вздыхает. Медведи падают. ГГ. Видите, даже хуже, чем в прошлой катке. Зачем ножи в брекер кидаешь? Это не это самая необдуманная вещь. Сейчас бы еще во время типа контроля смотреть, куда это делаешь. Так, ну что, скоро этот позор закончится. Давайте возьмем какую-нибудь карту. И... Так, что тут из ТФТ-шных карт стандартных, типа, которые до сих пор играют? Last Temple? Last Temple. А давайте Lost Temple, чем? Д, древний храм. А, он такой. Надо же древний храм не из ТФТ брать, а нормальный древний храм. Вот он, блин, Lost Temple. Создаем. Ты не стараешься. Нет, я стараюсь просто не гореть при... Зря такое впечатление создается. Так, как же здесь можно сыграть? Непонятно против кого, опять же. Слишком маленький, он неправдоподобный. Готовы? Сейчас ждем сокола. Поехали. Так, учитывая то, что у нас здесь... у нас здесь с вами центр. С одной стороны, экспанд хочет поставить. И хочется еще центр закрепить. Сделай постоянные планки, у меня привычка, отвлекаешься, не успеваешь, так будет проще. Не будет меньше действия на контроль. У меня большой палец только отвечает за альт. И вот как ты можешь говорить, лучше или хуже, романтик эго, если привычка-то у меня. Я пробовал убирать планки, два подхода у меня было. Было не лучше, еще рассказывает, как мне лучше будет. Я уже начинаю постепенно выходить из себя от этих, от советчиков, от людей, которые крабов ставят после игры. Не играл сколько? Я пару лет, наверное, соло не играл. А, давайте сюда, ладно, не будем Hunter's Hall делать. Пойдем сразу в эксп.
активизировались опять эти эксперты. Так, ладно, разведку надо сделать более активной, потому что все-таки это ЛТ, и от расы очень многое зависит. Готово. Другой там пишет, ты не стараешься, такой смайлик. Ты не стараешься, я стараюсь. Другое дело, что старания не хватает. Да, давай Демонхантера возьмем. Тоже рассказывает мне, что я делаю и что не делает. О, коротыш пишет. ДНД. Ну, бас. Так, мне нужен Мунвелл сейчас будет. Хуман пишет он. Все, Сокол делает все, чтобы... Ага, вижу. Вижу его. Ну, экспанд будет ставить, естественно. Так, как мне быть? Ну, как? Здесь выкапываем точку сбора сюда. Сразу виспа сюда. Мой лук всегда шабоины вступили в бой. Блин, дерево не идет. Здесь, наверное, лучше вот так сделать. Даже. Жду приказа. Ну, где там мой Мунвелл? Да, ё-моё, что ж огр такой? Доставучий. Вообще надо было второй барак делать. С одним здесь от Хумана не отобьешься. Добил я деревом, как вы видите. Соответственно, мне не будет бёрном. Это плохо. Без второго уровня не очень хорошо играть. Мы должны действовать. Виспанда еще отправить. Жду приказа. По дороге, потому что он явно знает, где я нахожусь. Вот здесь надо поставить виспа. Ваш ход. Так, и еще виспов на эксп. Срочно. Потому что они пригодятся. Могут пригодиться. Надо получить все-таки второй уровень. Он крепится, скорее всего, в центре стандартным. Да. Мой лук всегда со мной. Час настал. Я готова. Укажите мне путь. Быстрее. Мой лук всегда со мной. Я готова. Постройте лунный колодец. Мы должны действовать. Неудачно я разбудил. Признаю. Ваш ход. Хорошо. Быстрее. Жду Дай. Приказа. Мой лук всегда со мной. Иди. Вижу цель. Наши воины вступили в бой. Ну, ради когтей, ради предметов. Быстрее. Мой лук всегда со мной. Арчу надо спрятать сюда. Грейт надо было делать, конечно же. Ой, спрятал Арчу нормально. Укажите мне путь. Бегу к нему на эксп. Постройте. Здесь надо... А, отлично. Отлично это. Ну, он точно экспанд делает. Я надеюсь, что смогу... Под Харайской там магическая вышка будет, и это уже проблема. Мой клинок жаждет крови. Готово. Быстрее. Ха. Понятно. Контролит, старается. И вот он, в отличие от... Видите, архмага доконтроливает. Сколько у него дамаг? Быстрее. Хороший дамаг. Не должен убить сейчас. А вот следующим убьет. Не факт, что добежит. Но надо всегда следить. Мой
Арчо, не мешай. Пошел на перехват. Готово. Не проблема. Быстрее! Да, неплохо. Давай, Хантерс Холл. Мой клинок жаждет крови. Укажите мне путь. Понятно. Я готова. Дикий недоконтроль, собираем арчей. Он идет в центр, да? Давай тоже в центр. Готово. Так, здесь у нас начинает только-только добывать нычка. Он, наверное, крепится в центре. Ой, лечится, извините, крепится. А, нет, крепится. Нагловато. Укажите мне путь. Стреляю. Ваш ход. Приказывай. Напьемся. Жду приказа. Укажите мне путь. Быстрее. Жду приказа. Укажите мне путь. Бью без промаха. Угу. Мы должны действовать. Священная роща осквернена. Класс. Быстрее. Ваш ход. Мой лук всегда со мной. Мы должны действовать. Мой клинок. Жду приказа. Он идет на эксп. Я забираю центр. Это хорошо. Мой лук всегда со мной. Он видит, что на экспанде тут уже движуха идет во всем. Надо возвращаться, идти сюда. Угу. Много виспов приходится отдавать. А, он виспов мне слева убил. Третьего левела. Ну, мне, кстати, 3,5. Укажите мне путь. Ваш ход. Быстрее. Укажите мне путь. Подрезает арчу, молодец. Магазин я еще не сделал. Надо не забыть сделать апгрейд на Т3. Час настал. Варден берем. Здесь делаем апгрейд, делаем магаз. Еще бы заказать здесь виспов. Мунвелл на лимит 80. Димка возвращается. Так. Футмены возвращаются. Виспа мы тоже возвращаем. Апгрейд. Жалко, нет. Вообще, это выигранная уже игра, на самом деле. Если бы у меня нормально все было с контролем, не захарашенный эксп, прокрепленный центр, это уже почти победа, но не в моем случае. А, Димка старше, чем Архмаг. Сейчас попробуем фаст мишек. Упереться, упороться. Венец благородства. Добиваем центр. Еще дриада, оболишь. Еще одна дриада. Выманиваем. Укажите мне путь. Ваше решение. Жду приказа. Ни слова больше. Крепим. Готово. Укажите мне путь. Димка подлечился уже почти полностью. Так, апгрейд на армор. Собираем, делаем апгрейд на медведей. Так, 80 лимита есть. Висп на разведке есть. Еще венец благородства. Вообще можно, нужно сходить на магазин. Вообще можно с Book of Dead попробовать разменяться. Ваше решение. Телепорт у меня есть, у него нет. Соответственно, давайте побежали сюда. Герои пойдут на мейн с Book of Dead, а дрядки с этим пойдут. И сразу выходим из лимита, в общем. Выходим из лимита. Делаем еще пару... Нет, одного виспа. Привет. Что случилось в наших лесах? Вставляем арчей. О чем шумят? Настал.
Раз, два. Касл, понятно. Заходи. Да можно же. Огласите приговор. Жду указаний. Он телепортируется в одну сторону, на мейне у него жесть. Давай. Нормально. Подрезаю торчу, возвращаюсь сюда. Ну, ничего страшного. Вообще можно... Точка сбора нормальную ставить. Ваше решение? Во имя правосудия. Что случилось в наших лесах? Наши воины... Не, ну только не Димка. Аккуратненько. Приказывай. Хорошо, разводим с соколиком. Ваше решение? Крови. О чем шумят от деревья? Что произошло? Привет. Ай, Варден. Как? Я жал. Я не знаю, почему она не отступила. Ой. В наших лесах. О чем шумят деревья? Что произошло? Отменили вышку. Ну, это недоконтроль, просто дикий недоконтроль. Что случилось в наших лесах? Ладно, давай попробуем его добить просто. Пока у него нет Т3. Уже в пути. Конечно. Что случилось в наших лесах? Мой клинок. О чем шумят деревья? Когда... Понятно, я не готов в чем. О чем шумят деревья всегда? Мы должны действовать. Угу, понятно. Что случилось? Ну, в общем, начинаю заливать. Понимаете, начинаем заливать потихонечку. Хорошо. Что произошло? Методичненько так. Просветка какая-то странная. Так, давай еще. Исследование завершено. Поехали, 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 поехали. Может, арбу возьмем? Арбу Варька дотащит. Так, идем. Отправляем дриад сюда. Мы должны действовать. Блин, бинты в кучу вообще, все кривое. Что случилось в нашей радости? По славу леса. Ваш ход. Быстрее. Привет. Нарушил закон. Давай. Пора. Жду указаний. Эморные. Там уже кони. Когда начинать? Меня. Здесь нормальным, здесь не очень. Ваше решение. У нас мало времени. Жду указаний. Привет. Огласите приговор. Ваше решение. Быстрее. Указаний. Огласите приговор. Когда начинать? Мы должны действовать. Ваше решение. Во имя правосудия. Да, он лучше контролит. Значительно лучше контролит. Славу леса. Быстрее. Там медведи у меня бьют фермы. Да, бывает. Давай сразу сюда. Может, я хоть с этими справлюсь. Это не точно. В чем шумят деревья? Час настал. Что произошло? Ай-яй-яй! Козочки пытаются пробежать. Ну, с одной стороны, у него минус экспанд. Ну, по крайней мере, рабочий на экспанде. Что случилось в наших... Ну, я сам его так кормил, что... Блин, это прозрение. Хорошо, пятый Дима. Что там по грейдам? Третий грейд на атаку делает. С фериков так и не делаю. Собрали его, отступаем. Надо еще парочку все-таки дриад сделать. Можно с собой взять виспов на сражение, потому что там Минерфайр будет у него. Ну, вот у меня Варька не третья. МК у него вполне третий. И стафа нет. Ваш вердикт. Быстрее. Что случилось в наших лесах?
Медведи миллион, но мне кажется, что одними медведями сыт не будешь. Он сейчас, наверное, на магазине где-то здесь крепится. Можно попробовать прийти, просто ему снести нычку через атаку. У него же нет телепорта, правильно? Мы должны действовать. Что произошло? Виспов надо подвести было. Завершено. Я вроде мировал виспов, нет, ничего подобного. Он меня видит. Три грейда на атаку есть. Быстрее! Ваше решение. Наконец-то! Шумно, словно рысь. Быстрее! Блин, позиция опять аховая. Огласите приговор. Быстрее. Ну давайте, ребят. Где МК-то? МК здесь. Рычим. Быстрее. Огласите приговор. Хорошо. Вставляем тут ряд. Не торопимся. Что случилось в наших лесах? Чем-то мне кажется, что у него есть экспант. Мы должны действовать. Быстрее. Еще один. Возможно, даже в левом в нижнем углу. Мой клинок. Нет. Сам виноват. Исследование будет завершено. Ну, честно, так можно было. Проверяем здесь базу у него. Ну, мне кажется, он там строит. Ну, слишком маленький у него лимит. Не должно быть такого. Что случилось в наших лесах? Да. Мой клинок жаждет крови. Что произошло? Варик третьим. Привет. Мы должны действовать. Поехали. Так. Ваше решение. Привет. Оставлять еду. Блин, у него молоток. Надо Димку стафать, видимо. Главное сейчас не потерять варьку. Давим. Телепортируется. Ваше решение. Что случилось в наших лесах? Уже в пути. Сейчас. Мы должны действовать. Исследование. Дима возвращается. Ну, хоть игру почета. Что случилось в наших лесах? Можем и взять. О чем шумят деревья? Что случилось в наших лесах? Напьемся. Ставим сразу здесь базу. Приказывай. Час настал. Привет. Здесь три, надо в химеру вообще выходить. О чем шумят деревья? Что случилось в наших лесах? Привет. Мы должны действовать. Вообще с трудом с базы можно выйти. Ваш вердикт. Все, это ошибка сейчас. Ну потому что тут, тут прям беда-беда. Маутон Кинг толпится. Варден пытается убрать. Ваше решение. Наши воины вступили в бой. Ваш вердикт. Все ясно. Суд будет быстро. Во имя правосудия. Нормально. Огласите приговор. Но он контролит прям. Прям контролит. Закон это я. Огласите приговор. Что случилось с нашим вождем? Радость. Супермен. Ваше решение. ГГ. Ваш вердикт. Хоть одну взял. Едем дальше. Так, надо карту какую-нибудь еще. Frozen Throne. Карта Корея. Затопленная долина. 100 лет они не играли.
План Драйсела есть еще новый. Довольно знакомый, ее не так давно меняли. Поехали. Надо вспоминать, друзья, если хоть как-то ты хочешь воплощать базовые свои замыслы в игре, то нельзя 2 года не играть, потом прийти и сделать все как надо. Последний раз, кажется, соло у меня было с шоу-матч с Бонивуром. Это было очень давно. Гудвин, Анной, получаю удовольствие, не горе. Это дружественный матч, наш Warcraft 3, имею в виду, точнее, не советчик, победа и поражение, не важно. Да, но не хочется слить, правильно? Не хочется слить со счетом 3-0. Так, ладно, посмотрим. На Пландере 100 лет не играл. Как, наверное, и Сокол, потому что этой карты вроде как в Ладере нет. Хотя, может, и есть, черт его знает. На Боничи был на этот момент топовый хуман. Не-не-не. А, под Мав Глы... Да, было, кажется. В самом начале патча 29-го мы там разок поиграли. Было-было. Я радуюсь, что мне выпали эльфы, хотя как бы это не рандом. Но это все отзвуки фуфа. Так, остров беззакония. Второй вход сделали, да? Ладно, посмотрим. Где здесь барак-то ставить? А тут и не покрепится с бараком. Черт. Ай. Не, может и покрепится, но я не знаю где. Давай сюда поставим, поближе хоть будет. Ну тут, по крайней мере, можно выйти со временем в сторону экспанда. А Сокол там молотки кидает, фокусит, видели? А я медведи забываю, стафы не делаю, ТП не прожимаю. Представь, выбрал эльфа, выпали орки. Это подстава была бы, конечно. Это была бы... Готово. Постройте. Давайте, наверное, Демон Хантер все-таки. Постабильнее будет герой. Одним виспом делаем разведку. Он не сказал, какая раса. А, хуман. Угу, понял. Хуман. 5. Но я бы тоже здесь сыграл в эксп какой-нибудь. Потому что помешать здесь ставить базу хумену сложно. Хотя есть про это самое, проход. Наверное, просто пассивненько сейчас Димку прокрепим. Виспа сюда. Готово. С одним бараком. Виспом надо заметить, когда он пойдет, ничку ставит. Зачем люди заходят в игру, а потом ливают? Вот, не пойму. Даже не хочется этот барак, блин, выкапывать. А придется. Что я еще с Мунвеллом накосячил. Гнолы какие злые. Постройте лунный колодец. Готово. Смотрим на мини-карту. Вообще тут крепится с одним Димкой. Там вроде как защита никакая. А нет, тут поменяли. Поменяли, там раньше был бамбр, один огр с бладластом и парочка обычных. Сейчас трое, плюс еще тролли. Давай сделаем апгрейд. Укажите мне путь. Быстрее. Жду приказа. Арчинан стоп. Вообще надо было, конечно, так вот сделать. Эвейжн. Сюда виспам. С перчатки скорости, хорошо. Приказывай. Он играет какую-то дичь. Жду приказа. Стреляю. Наконец-то. Я готова. Укажите мне путь. Мы должны действовать. Мой лук всегда со мной. Демон второй. Марчи отступают. Демон домой. Мунвелл пока что Мунвелл. Укажите мне путь.
Отступаем, лечимся, готовимся. Как виспы бегут классно вообще. Может, это рифлопуш какой-то будет? Быстрее! Жду приказа. Мой лук всегда со мной. Может быть, рифлопуш? Мой лук всегда со мной. Слушай, я готов нычку поставить. Укажите мне путь. Почему бы и нет? Пустите демона. Жду приказа. Арчи мешает Димке. Он закрепил этого тролля, добил, скорее всего. А что ему еще здесь делать? Нет. Ой. Мой лук всегда со мной. Блин. Жду приказа. Укажите мне путь. Быстрее. Жду приказа. Готово. Приказывай. Укажите мне путь. Жду приказа. Похоже, нычку я не поставлю все-таки. Готово. Мы должны действовать. А, он мог поставить нычку же слева. Я же совсем забыл, что такая есть опция. Он же здесь мог базу поставить. Хотя по здоровью вроде не скажешь, что у него там база. Но сбегать-то надо. Потому что, ну, мог. Вижу цель. Ваш ход. Мой лук всегда со мной. В теории. Я просто не знаю, карту могли поменять. Там крипы с ядом, без яда. Не, не крипы. Нет, там жесткие крипы. Ну тогда окей. Hunter's Hall, магазинчик. Здесь возвращаемся. Кажется, здесь сетку кидают мурлоки, да? Укажите мне путь. Слишком просто. Ваш ход. Укажите мне путь. Мой лук всегда со мной. Укажите мне путь. Ваш хорошо. Ход. Древо вырыли. Проблема. Делаем варден. Магазин, как вы видите, не по таймингу нифига. Жду приказа. Арчи, молодцы. Слишком просто. Укажите мне путь. Мы должны действовать. Жду приказа. Ваш ход. Укажите готово. Мне путь. Делаем лорницу. Мой лук всегда со мной. Мой клинок. Укажите мне путь. Еще лучше, конечно, вот этого мурлока бить. Он самый жесткий. Угу. Здесь архмаг. Ни слова иллюзия? Нет, не иллюзия. Наши воины. Укажите мне путь. Хорошо. Мой лук всегда со мной. Не проблема. Да, он контролит. Ваш ход. Жду приказа. Или сражайся. Укажите мне этого не готово. Мы должны действовать. Угу. Мой лук всегда со мной. Есть. Наши воины вступили в бой. Кто нарушил закон? Час настал. Укажите мне путь. Жду приказа. Ну вот сейчас арчу просто на ровном месте я потерял. Укажите мне путь. Укажите мне кажется, это рифл пуш. Очень агрессивно он играет. Ваше решение. Во имя правосудия. Жду приказа. Ваш ход. Делаем апгрейд на Т3. Укажите мне путь. Берем ставчик. Варден подлечим. Идем куда-нибудь сюда. Наконец-то. Давай еще бутылочку возьмем. Ага. Священная роща осквернена. Готово. Так, рифлы есть. Укажите мне путь. Так, аболиш это у нас S, как выяснилось. Ваш ход. Ваше решение. Мы должны делать. 2-3 дрядки. Недостаточно. Тут голем стоит. Опасно. Ваш ход. Ни слова. Давай, давай, аккуратненько. Жду приказа. Быстрее. Мой лук всегда со мной. Как же они тупят. Жду приказа. Как же они тупят, классно. Все надо расконтроливать. Смотришь со стороны, ну, изи же. Жду приказа. Ваш вердикт. А ну нет. Ваше решение. Мы должны действовать. Мой лук всегда со мной. Ваш вердикт. Покажите мне путь. Крови. Ваше решение. Одеяние магом. Асфаланас настал. Марку Стаффу им пусть лучше заранее подлечится. Покажите мне, что произошло? Что случилось? Больше с автокаста убираем. Почему не бежит Варька? Ну, тоже простая вроде вещь. Учитывая то, как он любит по героям работать, я, пожалуй, возьму инву. Дима третий. Идем сюда. Диму надо подлечить. Варька пусть прокрепится. Пока что. Что произошло? Бесшумно, словно рысь. Асфалано. О чем шумят деревья? Огласите приговор. Привет. Ваш вердикт.
Медведям надо делать апгрейды. Варя вторая. Наверное, арбы имеет, арбу имеет смысл дождаться. И поехали сразу на ночку, потому что мне кажется, что там уже все. Арбу взяли. Исследование на мишек идет. Сейчас уже ближе к таймингу по сравнению с первой игрой. Пытаемся увидеть у него базу. Ага, вон он здесь. Нет, 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 нет. Да, нычка есть. Что произошло? Жду приказа. Не проблема. Ну, это очень опасно сейчас. Приказывай. Конечно. Что я немножко не готов. Ваше решение. О чем шумят деревья? Во имя правосудия. В наших лесах? С радостью. Потому что без медведя я сражаться не могу. Привет. Недостаточно золота. По идее, это ГГ, если правильный контроль, это ГГ. Ему, сейчас. Но у меня контроля, как вы понимаете. Так, а что нужно? Диспелим элементали. Блин, прист. Ошибка на ошибке. Да, поехали. Дриады им подставляются, медведя рядом нет. Что случилось в наших лесах? Потому что не ГГ уже все. Что случилось в наших лесах? Что произошло? Что случилось в наших лесах? Ах. Что произошло? В чем шумят деревья? Там брейкер уже. Четко. Асфалано. Меня мутить. Славу леса. Ваше решение. Да, не получается мне тут справиться. Дима телепортируется. Мне кажется, я... Не, ну он нычку только-только поставил. Тайминг нормальный. Просто не готов. По микро не готов. Ну и ситуация тоже хорошая, что место, где он стоит, оно очень удобное для... Правильно выбрано, не просто так выбрано, понимаете? Так, давай все-таки возьмем какую-нибудь, не знаю, МШУ. Надо вот отсюда нападать, типа, попытаться, если он там ждет. Дряд потратил, медведя потратил. Привет. У него нычка работает, соответственно. Ситуация очень плохая. Но я не буду особо париться. Сейчас попробуем в последнюю атаку. Если нет, то уж. На нет и бобра нет. Все, ладно, давай виспов. А, он уже там меня ждет. Красиво. Очень много народу здесь. Привет. А что МК-то вообще? Нормально у него все? Что случилось в наших лесах? Исследование завершено. Гласите приговор. Во имя правосудия. Мы должны действовать. Что произошло? С радостью. МК живой. МК убежал. Еле-еле, но убежал. Нет, не убежал. Мы должны наши воины вступили в бой. Мой клинок жаждет крови. Ну вот заберн пристает в несчастного. По-разному атакуем. Да ладно. А, Варден была дома. Ну все, окружил. Да не доконтролил просто, дико. А, там нет маны у сорочки. Жду указаний. Закон — это я. Огласите приговор. Так, хорошо. Пытаемся еще что-то сделать. Ваш вердикт. Что случилось? Точка сбора кривая, Димку восстанавливаем. Ну, рабочих, конечно, тут убили. Медведь не в группе. Не, в группе, но он почему-то... Почему-то был тоже не готов. Угу. Нет, ну контроля не хватает, рук не хватает.
Пытаемся на Варнанке как-то пожить. Жду указаний. Ваше решение. О чем шумят деревья? С радостью. Что случилось в наших лесах? Ваше решение. Жду указаний. Веспов еще не взял с собой, хотя пронумеровал. Так, Варденка непривычно вторая. Недостаточно золота. Недостаточно золота. Надо снова идти на экспан к нему. Без Димы причем. Огласите приговор. Диму вынуждены. Может быть, и стоило в таверне его выкупить. Вот это ошибка тоже. Надо было тратить деньги, потому что деньги были на руках. Закон это я. Просто без Димки мне здесь будет сложно. Что произошло? Ваше решение. Что случилось в наших лесах? Уже в пути. Но уже не стоит на такой стадии его выкупать. Что случилось в наших лесах? Ваш вердикт. Ту-ту-ту-ту. Ваш вердикт. Подразводить бы им какое-то время. Ваше решение. Что случилось в наших лесах? Асфалано. Мне кажется, он здесь меня ждет уже вовсе. Все ясно. О чем шумят деревья? Суд будет быстрым. Что произошло? Асфалано. Привет. Бесшумно, словно рысь. Ваш вердикт. Что случилось в наших лесах? Асфалано. Ваш вердикт. Что произошло? Ваше решение. Асфалано. Медведи толпятся. Ваш вердикт. Нет, здесь не, нельзя было сражаться. Без Димы. Теряем двух медведей просто. Опять неправильное решение. Убил рабочих, отступил. Зачем мне трех медведей тратить? Правильно? Абсолютно неверное решение. Димка не в группе. Ну, сейчас мне придется с лимитом 60 сражаться непонятно чем. Что случилось в наших лесах? Что случилось в наших лесах? Причем 8 лимита на подходе только. О чем шумят деревья? Ладно, поехали. Что произошло? Быстрее! Ну давай, блин! Ну где молоток? А молотка нет. Привет. А он просто атакует. Ваше решение. Ваш вердикт. Огласите приговор. Просто дофига здесь всего. Ваш вердикт. Наконец-то. Что произошло? Что случилось в наших лесах? Быстрее! О чем шумят деревья? Попробуем вылечиться, еще одну атаку провести. Естественно, вот такая вот точка сбора классная еще есть. Что случилось в наших лесах? Давай свиточек какой-нибудь возьмем. Привет. Заодно встретимся здесь. Быстрее! Привет. Свиток инвул. Что произошло? Чтобы ману надо было восстановить в Ордонке той же самой. Недостаточно золота. Привет. Поехали. Мегабиты и дриады. Два свитка лечения. Пять точка сбора. Сказал про плохая точка сбора. Вроде переставил. Нет, не переставил. Привет. У него база работает. Должны действовать. Конечно. Привет. Приказывай. Что произошло? О чем шумят деревья? Молоток сразу же вылетает. Палыч уже есть. Понятненько. Что случилось в нашем? Огласите приговор. Быстрее. Ваше решение. О чем шумят деревья? Быстрее. Привет. Недостаточно маны. Дима бегает бесцельно тоже. Что случилось в наших недостаточно маны? АМ-ку не убьем? Став он купил, купил, понял. Ваше решение. Ваш вердикт. Да, маны нету, дряд. Что случилось в наших лесах? Ваше решение. Не стелепортировала дрядка. Гаги. Да, не хватает контроля, очень сильно не хватает контроля, потому что типичные ситуации, но...